26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, в Республике Татарстан отмечается еще одно знаменательное событие – День родного языка. В Казани этот день отметили музыкально-поэтическим митингом. По традиции он прошел у памятника великому поэту возле оперного театра имени Мусы Джалиля. Наряду с корифеями, с известными поэтами, писателями выступают и молодые писатели. Это традиция, это дань нашему великому поэту. Уже на протяжении 60 лет соблюдается традиция возложения цветов к памятнику Габдуллы Тукая. И этот год не стал исключением. День рождения Тукая и этот поэтический митинг, который каждый год проводится, день рождения Тукая, это очень важное событие для всего татарского народа. Габдулла Тукай – это светило татарского народа. Габдулла Тукай – создатель татарского народного языка. Габдулла Тукай – это самая важная фигура в татарской литературе. На празднике звучали стихи Габдуллы Тукая, приветственные слова. А советская и российская татарская оперная певица Венера Ганеева исполнила песню. Тукай – это великий поэт татарского народа, как у нас, например, Абай, что значит для казахского народа великий поэт, а для татарского народа это Тукай. У нас в Казахстане, именно в Уральске, есть музей Тукая, потому что он в детстве жил там, в Уральске. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.